Любой начинающий водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как поломка автомобиля. И если поломку подвески ее легко определить, да, то вот поломки в двигателе автомобиля определить начинающему водителю будет невозможно. Двигатель начал троить, на панели приборов появилась вот такая ошибочка, чек, да, говорит о том, что есть перебои в работе двигателя. И вариант тут два. Или ехать на диагностику у двигателя и тестировать, что будет довольно дорого. Или купить Bluetooth сканер, как его называют, ошибок, и протестировать двигатель самому. Вот примерно так этот сканер выглядит. То есть существуют они разные. Подключается он в разъем для диагностики ошибок. То есть, в принципе, нужна эта штука для того, чтобы показывать коды ошибок двигателя. И уже коды ошибок с помощью, допустим, мобильного телефона, да, вбиваете в специальную программу или через интернет можно узнать, за что эта ошибка отвечает. Заказывал я эту вещь на сайтах из Поднебесной. Цена что-то в районе 200-300 рублей. Скажу, в принципе, что вещь действительно полезная. Принцип работы у нее довольно простой. То есть при заведенном автомобиле подключаем ее в диагностический разъем. Вот, с помощью телефона, да, на андроиде через канал Bluetooth подключаемся к этому сканеру. То есть и уже через него получаем информацию о значимых узлах двигателя. Вот программы существуют разные. На самом деле взял первую попавшуюся ОБД Автодоктор. То есть вот так вот она выглядит. Скажу сразу, это не реклама, то есть это те вещи, которые действительно пригодятся, если у вас случится поломка с двигателем. То есть подключаемся через этот сканер к автомобилю. С помощью программ можно считать ошибки, также можно их удалить и получить информацию, допустим, по расходу бензина, да, там по оборотам двигателя. Много всякой информации. То есть, вот видите, разделы есть. Ну, зайдем, допустим, в динамические параметры. Скорость автомобиля, которая замеряется по GPS. То есть также есть скорость, которая считывается с автомобиля. Обороты двигателя. Бывает, когда обороты плавают, то есть вполне можно увидеть. Вот видите, 850, да, 830 холостой ход. То есть все, в принципе, показано. Средний расход горючего. Расход по времени, допустим, да, тоже интересно будет. Когда автомобиль стоит, ну, допустим, зимой, хотите узнать, сколько он у вас будет в ночь съедать бензина, то есть вот можно посмотреть, видите, 0,84 литра в час. Вот. Как есть программы по выявлению ошибок, допустим. Ну, ошибок у меня нету. Вот. Ну, если были, то их можно очистить. Также есть программы, и которые показывают, за что отвечает ошибка. Ну, ОБД Max, допустим. Тоже входим, вводим код ошибки, и уже она показывает, что вам нужно смотреть в первую очередь, да, там бывает провода пробивают, допустим, свечи или еще, ну, разные поломки могут быть. То есть вот с помощью этого диагностического сканера можно их и определить. Еще разок покажу, то есть вот так он выглядит. ELM 327. В принципе, за 200-300 рублей, если обычный диагностик стоит около 500-800 рублей, да, то такой сканер, он не помешает никогда.